Perfect. Perfect. Ах, это богатая жизнь, бабуль. Богатая жизнь, ну как бы бабки-то обратно собрать надо, а то мы чё их так пораскидывали. Наварили бабла, да даже не говори, бабуль, наварили, это вообще полные карманы, точилу эту синюю, вот эту развалюху продали школьнику, продали, хоть потом как бы Геннадий Петрович вернулся, ну, владелец этой машины, но мы-то успели от него скрыться, да? Наварили, кока-колу вот эту пьем целыми днями, и меня уже тошнит на самом деле от этой кока-колы, но как бы куплю по жизни запас валидола. Во, вот это хорошее, вот это хорошее. Ну слушай, ну с таким раскладом, с таким крестом бабла, который у меня сейчас есть, где кейс мой? Где, вот кейс. Какой там код был? 1, 2, 3, 4, 120 кусков! Просто... белоснежно-красных купюр. Все, ухожу на пенсию. Так ты и так на пенсии, бабуль. Какую пенсию? На вторую пойдешь? А что, есть вторая пенсия? В смысле, я только знаю, только одна есть пенсия. Ничего, сама себе организую. Ну вот, я о том и говорю, то, что мне как бы 24 года, я сам себе сейчас пенсию тоже организую. Ребят, как вы думаете, нормально 24 года на пенсию идти? Ну, если у меня столько бабок, то мне кажется, я реально могу пойти на пенсию. А, кстати, бабуль, ты знаешь, кого мы здесь ждем? А Шутика братика ждем. Я Шутику братику заказ как бы сделал, я ему позвонил, договорился. Подписчики иногда умные мысли вот это кидают, иногда тупые, а иногда умные. И умная мысль заключается в том, чтобы я полностью обустроил свой гараж, чтобы это была моя квартира, мой дом, мой замок, моя крепость. Эй, Ашотик, Ашот, иди сюда, вот как раз таки Ашотик приезжает. А это Тарантайка же Рафика, нет? Че, у Рафика Тарантайку стой взял? Вот, короче, подписчики сказали то, что, мол, Эдисон, пока что тебе не нужно покупать квартиру, у тебя хороший гараж, я его купил за 10 кусков. Обустрой его, поживи здесь, а потом, когда наваришь еще больше бабок, переедешь на какую-то другую квартиру. И так оно есть, я подумал то, что гараж это самое лучшее прикрытие, которое только может быть. Салам пополам, сестра и брат, салам пополам, беззубый! Ну как бы реально, меня сейчас ищут все, кто только может быть в этом городе. Я-то школьника опять в очередной раз подставил, я не знаю, как они там решают эту проблему с тачкой, как бы я школьнику ее продал, а на самом деле тачка Геннадия Петровича. Ладно, Ашотик, Ашотик, принес? Все принес, Ашотик. Ой, какой молодец. Ой, так, я посмотрю. И мебель, и техника. Сейчас мы посмотрим, Ашотик, и мебель, и технику. И дрить меня просто в балаклаву. Здесь у нас и сральник, здесь у нас и новая нормальная кровать, и ноутбук новенький, и рабочий стол, и микроволновка, и Wi-Fi роутер, и танцпол, и бильярд. Ой. Бабуль, я тут себе кровать заказал новую, поэтому ты можешь спать, если что, вот на вот этой. Вот, твое место, законное твое место, ночуй, сколько тебе влезет. А я себе кровать поставлю, ну, куда-то, допустим, ну, я не знаю куда, вот сюда. Не буду я тут жить, милок. У меня своя хата есть. В смысле? Я думал, мы вместе как бы здесь жить будем, нет? Ну, то есть ты ко мне сюда переедешь, ты будешь ночевать на вот этой кровати, а я буду на своей? Не-не-не, у себя. Ну, ладно. Ну, тогда у меня будет здесь помещение прям холостяка, я буду здесь сам жить, ну, как бы хорошо. Не, ну я-то думал, то, что мы с тобой здесь вместе будем жить, а тогда оказывается, что у меня здесь прям офигеть, как много свободного места будет. Так, что у нас здесь есть еще? 4 освежителя пердежа, это получается то, что у меня в итоге их 5, я поставлю в каждую часть комнаты. Вот сюда поставлю, вот сюда поставлю. Ты с ума сошел? Ты же столько не пукаешь. Освежитель пердежа полезная вещь. Типа, я не пукаю, но ты-то пердишь, как бегемот какой-то, поэтому, ну, как бы, освежать-то надо то, что вот это выходит из тебя. Точно с ума сошел. Да я не понимаю, чё вы так все на меня ополчились с этим освежителем пердежа? Ты понимаешь, что это моя страсть? Брат, телефон купишь? Нет, телефон мне не нужен. Я куплю все остальное, что у тебя здесь есть. Короче, Ашотик, Ашотик. Я прицеп сразу же заберу. Прицеп здесь... Вот так, я потом тебе его верну, хорошо? Ты давай уезжай на свои тарантайки, прицеп у нас будет вот здесь находиться. Ну как бы я сейчас же не буду все выгружать. Пускай он здесь постоит, я потом к тебе же пригоню его вот туда, возле твоего магазина и там же оставлю. Хорошо, что ты, братик, сколько с меня бабок? Надо достать бабки, которые у меня здесь в сейфе есть. Так, раз. 17 тысяч!
Ну, как бы, в другое время я бы удивился, но в это время, учитывая то, что у меня в сейфе 120 кусков, я даже не буду удивляться. Ашотик! Ашотик! Ой, как поднялся! Конечно, поднялся, Ашотик, держи! 5, 10, 15 тысяч! Мажорик теперь. Ну, немножко есть, да. Так, 15 тысяч, и здесь у нас получается... Еще сколько тебе нужно? Еще 2 тысячи, да? Вот, еще держи. Еще 2000 по сотками, да. Ну, поднялся, да, такая история, там, тачку взял, потом перепродал, дороже получилось, и в итоге, как бы, да, я сейчас в плюсе огромном. Все, короче, бабуль, мне нужно расставлять всю эту колымагу, у меня здесь куча всякого бардака ненужного, это все нужно выложить вот сюда. На хуандис, сестра и брат. Ты что здесь материшься, какой на хуандис? Что такое на хуандис? Ну ладно. На хуандис! А счет. Всю эту колымагу мы вот спрячем вот сюда. Она мне, по сути, в данный момент не нужна. Самое главное то, что мне Ашотик принес, это нужно выложить вот... Ой, не туда. Самое главное, нужно выложить сюда, чтобы все всегда было под рукой. Милок, там тачка синяя подъехала. Какая тачка синяя подъехала? До свидания! До свидания, я сказал! Да закрой ты эту дверь! Да, а как мне... Дорогая, выходи, дорогая, выходи! Давай за мной на крышу. Иду, милый мой. Ага, да, конечно. Так, тачка у Геннадия Петровича? А чё он сделал тогда со школьником? Дорогой, ты мою машину нашел? Машину украл тот шкет, которому я сдавал квартиру свою. Продал нашу тачку школьнику, а я у школьника отобрал. Ой, чё-то как-то я в предыдущей серии помирился со школьником, но мне кажется, в этой серии и в следующих он еще более зол на меня будет. Там, короче, с этим шкетом была бабка какая-то. Если найдем их, закопаем заживо. Я своей охране скажу, они сейчас днями и ночами будут их искать. Ядрить меня в пятку. Да не только тебя, а меня тоже. Милок, это реально кобзда! Ты куда? Бабуль! Подожди! Давай не будем вот это поспешные выводы делать! Он просто сказал своей охране то, что ты какая-то бабуленция была со мной! Они знают, где я живу! Я должна спасти мою хату! Бабуль, да как он... Да стоп! Бабуль! Да стой! Стой! Бабуль, как он... Есть, эти убежали домой суши свои кушать! Баб! Бабуль! Подождите, вот это вообще не входило в мои планы. Так. Они опять оставили здесь машину, я же ее опять стараторить в любой момент могу. Люди не учатся просто на своих ошибках, ладно? Так. Бенза нет? Бенза тоже нет? А у меня же канистра... Канистра с бензом здесь есть. Она поехала к себе домой, походу. Она сказала то, что она должна спасти свою хату. А как она должна спасти свою хату? Так вот этот Геннадий Петрович, который мой, вот этот... хатодатель, он 100% уже знает, где живет бабуля. Ой, бабка, не туда ты поехала, я уверен на 100% то, что у нее дома уже есть какие-то бандиты, они 100% нашли ее хату и 100% там уже копошатся и ищут какие-то драгоценности, которые можно старотыпзить и потом компенсировать свои утраты, ну точнее, те утраты, которые я им причинил. Ни дня без приключений. Бабуль! Она что, реально домой уже поехала? Она прям уже дома? Дома свет горит. И глаз деда покойного. Ладно. Бабка у нас мастер парковки, как я вижу. Здесь нужно быть... Бабка уже зашла к себе домой. Это очень плохо. Дверь открывается.
Ванда, ты куда рванула-то? Ты куда рванула-то? Там есть кто-то. Да я как бы слышу, я не глухой, то что там дверь открывается и кто-то топает. Тихо. Давай прислушаемся. Я должна их порешать, эта квартира память о деде. Бабуль, ты понимаешь? Давай отойдем сюда немножко. Ты понимаешь то, что и Геннадий Петрович, и вся его охрана, они знают, где ты живешь. И нам нельзя здесь оставаться, даже если мы порешаем всех, кто находится в этой хате прямо сейчас. В любом случае сюда придут новые бандиты, а потом еще новые, а потом еще новые. Тебе здесь нельзя оставаться. Поэтому как бы альтернатива, ты будешь жить у меня в гараже и варганить мне борщи. Как тебе такая идея? Я должна квартиру забрать, память о деде. Ладно. Смотри, они повыносили уже всю мебель, даже борщ. Так, борщ я себе заберу, надеюсь, он еще не протухший. Так, ладно, я накосячил, я и должен все разрулить. На счет три забегаем, шмонаем всех, кто там есть, ну или они нашмонают, я не знаю. А там уже, исходя из этой всей ситуации, будем решать. Ты готова? Сань, сзади меня, Сань. Давай, раз. Я немножко очкую, сыкотно прям на душе стало, но, ну ладно, другого варианта нет. Раз, два, три! Вы чё, голубые, сосётесь там? Это вообще-то квартира деда! Уважение надо какое-то проявить! Бабуль, колбасик! Давай, 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 давай! Я вот этого колбашу! Одного заколбасила и второго! Давай, 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 давай! Да! Подожди, аж башка закружилась. Так, я посмотрю в окно, если там новые бандиты, которые сейчас сюда подоспеют или нет. Где вещи? Да я не знаю, где вещи, да понятно, то, что они здесь все перерыли. Бабуля, они все твои шмотки вынесли. Раковину, душевую, сральник даже. Они искали что-то, конечно, искали что-то. Все искали, все, что у тебя здесь есть дорогое, все они искали. Как бы компенсировать свои утраты. Раковину оставили максимум. Ладно, себе заберу, полезная штука. А-а-а! Кольцо! Какое кольцо? Какое кольцо? А что, у тебя здесь сейф был? Они не нашли его. Так никто бы в этой жизни бы его не нашел. Ты его спрятала прям возле зубов деда. Все, забирай его, что ты его оставила, забирай. Это кольцо стоит 300 тысяч, чтобы вы просто понимали. Нам коллекционер сказал то, что это прям супер какие-то дорогие бриллианты. 300 кусков рублей. Ты бы сказала спасибо всем Всевышним за то, что эти бандиты не нашли кольцо за 300 тысяч. А то если бы они его нашли, дед бы в гробу перевернулся. Бабуль, я все понимаю, ты любишь деда, хоть и покойного. Как бы святая память о этом человеке. Я уверен, что он был хорошим мужиком. Но здесь нельзя оставаться. Хата деда, я все понимаю. Но в любой момент сюда могут подоспеть новые бандиты. А потом еще новые. Геннадий Петрович же сказал, что не успокоится до того момента, пока и тебя зашандарахает, и меня зашандарахает. Я не пойду. Надо! Тебе жить надоело, тебе 85 лет, все, вся жизнь еще впереди. Хата моя и деда, я буду ее защищать. Бабуль. Не плачь, я тебя прошу. Ты понимаешь то, что хоть дед как бы и не с тобой, он всегда смотрит на тебя свысока. Мне кажется, ему важнее, чтобы ты была в целостности и сохранности, нежели какая-то там всратая квартира, которую в любой момент могут поджечь, взорвать, затопить. Это же бандиты. Не плачь, бабуль! Надо валить отсюда, пожалуйста! Ты мне как реально, как родная, двоюродная, сводная бабушка стала! Вот прям я твой троюродный внучок! Бабуль, я тебя прошу, просто заклинаю! Надо, пошли, пожалуйста, пошли, 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 пошли! Мы сюда еще вернемся, через месяц, через два, может через год, вернемся! Но пока надо отсюда валить, давай мы как-то ее... Что здесь можно оставить? Что здесь можно оставить? Давай я оставлю... Гриль! Подожди, или бильярд! Сейчас, подожди. Так, сейчас, все будет. Вот так, это забираем и подпираем бильярдным столом. Вот так. Все, бабуль, сюда никто никогда не сможет зайти. Ну, до того момента, пока мы сюда не вернемся. Баб! Ну не плачь, пожалуйста, ты где? Бабуль! Бабуль! Иди на улицу! Давай, сюда, иди сюда. Садись свою тарантайку, я сажусь на свою тарантайку и сваливаем.
Не плачь, пожалуйста, я тебя прошу, тебе... Да, ну хватит, ну пожалуйста, бабуль, ну тебе 100% надо как-то отвлечься. Как бы отвлечь бабку? Милок, я думала, когда я умру, квартиру на тебя перепишу. А тут вот что случилось. То есть ты хотела по завещанию мне оставить эту квартиру? Не-не-не-не-не-не, надо как-то бабку отвлечь, надо как-то бабку отвлечь, а то она сейчас просто в депрессуху какую-то лютую впадет за всего, что происходит. Ей нужно или поспать хорошечно в моем гараже, или как-то ее отвлечь. Бабуль! Садись тарантайку, поехали! Давай садись тарантайку и поехали. Свою тарантайку садись и давай за мной. Мастер парковки. В смысле нет? Че, она застряла что ли? Вот, давай садись и поехали, тебе 100% надо отвлечься. Все, давай, за мной. Сейчас мы что-то придумаем, или поедем там, я не знаю, в бассейн куда-то, на нудистский пляж. Любишь нудистские пляжи? Нет? Что можно придумать, чтобы отвлечь бабку просто? Банально. Можем в пивнушку поехать. В пивнушке как бы тоже хорошо. Как ты к этому относишься? Я как бы не люблю пить, вообще как бы не пью, но пивнушка сейчас, мне кажется, поможет. Салон красоты Эльвирочка. Слышь, бабуль, как ты относишься к педикюру, маникюру, завивочке, кучерям, к наращенным ресницам, большим губам и, в принципе, хорошему виду? Мне кажется, это самое то, что тебе сейчас должно подойти. Все, все с меня, я оплачиваю. Мне кажется, нужно тебя отвлечь тем, что мы сейчас пойдем в салон красоты и сделаем прям топ-модель с тебя. Милок, ну давай другой салон, он слишком элитный. Ну, может, да. Салон Эльвирочка, он, кстати, здесь недавно появился. Может, есть другой салон? Сейчас я в Google картах посмотрю. Есть салон Лаванда какой-то рядом. Там тоже, там пока ничего другого нет, кроме педикюра и маникюра. Можем туда поехать, если хочешь, да? Бабуль, сейчас отвлечешься, все намного лучше станет. Садись тарантайку и давай за мной. Тебе 85? Сейчас мы с тебя сделаем прям молоденькую 65-летнюю бабунцию. Все мужики, точнее деды в этом городе твои будут. Давай за мной езжай. Сейчас мы приедем в эту Лаванду. Бабуль, давай за мной, не отставай. Мы уже почти подъехали. Лаванда. Что-то где-то вот здесь оно должно быть, если я не ошибаюсь. Если я хорошо смотрел по Google картам. Байк какой-то. Может стыбзить? Бабуль, давай быстрее! Маникюрный салон Лаванда. Дверь открыта. Тут есть кто-то!